Давай, пойдем. Пойдем в магазин. Пойдем домой. Ты пойдешь с нами, да? А, он что творит? А? Ах ты засранец. Давай, собирайся. Пойдем в магазин. Барнюш, пойдем в магазин вкусняшки покупать. Вон, видите, что творит? Со мной нет. Когда я его одеваю, он тихо, спокойно. С папой можно вытворять, что хочешь, да? Ты ему вот эту поправь, она ему там зацепилась, ему давить будет вот эта штучка сверху. Где бендальончик, вот сюда ее выдвини, красненькую. Ага. Шлейку, может, новую посмотреть на день рождения. В общем, посмотрим, что купить. Питание так и так надо ему. Такое не сухое, сухого хватает. И такое в баночках. Да? В магазин пойдем. Куда поем? В Карсрой или здесь пойдем? Здесь, наверное, да? Здесь лучше, мне больше нравится. Тю-тю-тю-тю-тю. Давай, все. Собираемся, собираемся. Все. Ой, ой, ой. Ой, довольный. Ой, довольный. Пойдет с мамой, с папой в магазин. В зоомагазин поедем, да? Ай-яй-яй. Сейчас папа оденется, да? Вкусняшки поедем покупать. У Барнюшки год будет 8 августа, как он у нас. И мы с этого дня ему справляем день рождения. Потому что мы так решили. Да, Барнюш? Да. Как он у нас появился 8 августа, ребенок, так и будем справлять. Да? И так и будем справлять. Да. Так, мои тапки надо грязные убрать. Надо мне домашние тапки новые какие-то купить. А эти нафиг выбросить. Да, я в них уже на улице гуляю. Так-то мне надо убрать наверх. Ну ладно, пускай лежит. В общем, вот так вот все как-то. Да? Все, пойдем. Все, цепляй папа его. Цепляй папа его. Цепляй папа. Ага, сейчас навернешься еще со стула. Скажи, уже все знаю, что надо делать. Да, уже все знаю. Уже все знаю. Ой, 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 ой. Вот, скажи, все знаю. Да. Подарки, скажи, идем покупать, да? На день рождения. Подарки идем покупать, да, ребенку. Да. Мы будем считать, что он у нас появился в этот день его рождения. Все. Да, Барнюшка? Скажи, это мой день рождения, да. Все, идем. Все, идем. Так, пакетик берет с бутылочками. Сразу пойдем. Потом арбузик еще купим, в турецкий заедем. Да, Барнюшка? Все. Все, все, все. Все, идем. Вперед. Вперед. Да, Барнюшка, на улице как хорошо. Давай, вперед. Барнюш, вперед. Вперед. Солнце, все равно жарко. Не так, такой жары нет. У нас сегодня 28 градусов. А завтра опять 31. Ветерочек немножко, ну и хорошо продувает-то. Да, Барнюш? Давай, давай. Вот там. Умненький. Умненький. Ложись, давай иди. Ложись. А смотрите, как мне неохота ложиться. А что там такое? Что-то там выпачкано, наверное. Жара, да? Ужас. Ой, что-то мне платье все. Ужасная жара. Это платьюшко свое шила еще года 3 назад. Оно такое штапельное, легенькое. Думаю, сейчас почему бы мне его не одеть? Одела. Одела украшение вот это как раз сюда, оно классно подходит. Тут волос цветом какой-то другой. На самом деле он у меня другой. Как-то оттенок какой-то дает, я не знаю. Желтый. На самом деле он розоватый такой. Вот как вот здесь. Ой, Паш, надо закрыть мне эту выпу. Подожди, я еще не... Закрой, пожалуйста.
духота, вообще духота. Нечем дышать. Еще сумка мне это тоже немножечко как-то неуютно сдаёт, давит вот это вот. Вот разочаровалась я в сумках вот с такими цепочками. Они так неуютно, но вот это вот еще ладно. Лучше, когда ремешок вот такой широкий, тогда намного лучше. Платьисика снимка еще за этого ремешка. Может его мне сейчас снять? Нет, подождите, вот это пойдет так, а это так. Да, вот это украшение прям к этому платью просилось. Оно красиво прям смотрится. Ксюша, мне вчера с Юлей сказали, что мне фарба такой, цвет волос, очень красиво. Только, говорит, мама, ты больше светлее не делай, именно вот этот цвет. Он действительно красивый. Просто сейчас он какой-то рыжеватый, на самом деле розоватый. Узнаете? Я заметила, что как я начала сейчас худеть, да, это, у меня сразу морщины начали появляться на шее, вот здесь вот полоски, прямо сильно видно. До этого как-то вот так не было, было, но не скажу, что прям так сильно. Сейчас прям смотрю, все-таки худые люди, да, на них больше морщин видно, чем более справных. Да, Паш? Такое есть ведь, да? Я так думаю, уже я смотрю в этом прям конкретно. Да, вижу. Приехали мы в зоомагазин для Барнюшеньки что-нибудь купить на день рождения. Думаем, шлеечку новенькую, наверное. Ну, из питания что-нибудь. У нас хороший магазин этот, мне нравится. Карсуры тоже классный. Он, правда, больше. У нас не такой большой, но тоже классный. Мне тоже он очень нравится. Нравится, что здесь музыки нет. Там вот как-то немножечко музыка. Сейчас Паша с Барни выйдет, тот уже вякает. Вон он сидит, уже вякает. Ой, жарко, очень жарко. Вот он, сейчас пойдешь. Уже бедненький, жара такая. Когда у нас эта жара закончится? Все уже. Что, идем в магазин. В зоомагазин. От солнца я ничего не вижу, что я снимаю. Не знаю. Так, ну что, заходим в магазин. Что тут есть? Посмотрим сейчас. Какие собачки большие. Где Паша-то? Что-то мы потерялись. Не знаю, где он. Ой, какой здоровый. Я вчера только узнала, что у моей дочки тоже собака есть. Друг купил. Ну, как не друг, а муж уже тоже собаку купил. Только они купили такую бойцовскую породу, но я не знаю, что-то как-то. Так, вот здесь шлейки. Сейчас будем смотреть. А Паша повел его немножечко прогулять. Вот эта собачка, смотрите, она тут постоянно. Это хозяйская собака. Такая здоровая, спит. Так. А эти вот такие просто на шейку. Вот эти вот, а нам надо какую-то барнюшечки.
Это, конечно, нет. Это, конечно, нет. Такие так себе. Нам надо более что-то хорошее. Типа такого, что-то только. Да, вот типа такой, только красненькую я бы хотела. Вот, типа вот такой. Сейчас, по-моему, гибот на них идет. Или нет. Только посмотрим. Осу. 50 евро стоит, можете себе представить? 50 евро. Но это уже чересчур, правда? Или оранжевый вот такой. Но это ему слишком уже будет поменьше. Вот есть. Но они маленькие еще есть. Сколько она? Слушайте, ну цены, я вам скажу. Кусучие. Такое вот, я думаю, ему. Вот смотрите, цена 44,95. Ну, ужас. Ужас. Такие вот цены, ребята. Зелененькая, красивенькая. Даже уцененного ничего нет. Я уже думала, хотя бы ангибот какой-нибудь. Очень все дорого. Вот за 10 евро, ну, я не знаю, такая какая-то дешевая. Не знаю даже. Конечно, надо здесь походить, посмотреть. Вот хорошая. Но она такая толстая. Мне кажется, ему жарко в ней будет. Ой, она тоже стоит столько же. Ну, Паша сейчас скажет, ну и что, возьмем. Он такой. Это вообще 60. Это более на большую собаку. Ребенок пришел. Паша, я посмотрела, они такие дорогие. Ты тоже тогда ему за 50 покупал? Нет, такую я не хочу, у него же точно такая. Я хочу что-нибудь поярче. Такую я и хочу купить. Паша, потому почему? Сам, ну... Так, вот эту оранжевую, наверное. Вот смотри, разные размеры, надо подбираться. Видишь, это большая, там поменьше. Я не знаю, может зелененькую, правда, взять. Но у него красная вот эта штучка. Барнюшка, тебе на день рождения, да. Я даже не знаю, какой цвет лучше взять. Все-таки красный, я думаю. Вот это же красненькая, ну тут зелененькая вот эта штучка. Можно зелененькую, в принципе. Тоже хорошо будет. Вот это, да, наверное, зеленый цвет. Это маленькие, видишь? А там побольше есть. Сейчас выберем побольше. Девочка сейчас сделает. Ну, отобрали вот такую шлейку. Ой-ой, увидал кого-то. Собаку. Барни испугался. Меряю там шлейку, подбираем. На день рождения им подарочек, новая шлейка. Что та уже старенькая, уже год в ней. Пускай будет новенькая. Решили зелененькую взять. Может, у него медальончик зелененький. Шлейка зелененькая будет. Может быть, ему эту еще взять. Зелененькую тоже. Сейчас посмотрим. Парнюшечка молодец. Все. Видите, как слушается. Так. Ну все, купили ему эту. Домой заберем, пускай так будет. Уж пригодится когда-нибудь. Так, ну что нам еще? Смотрите, какая собака. Красивая. Так, ну что нам еще взять? Цены, конечно, тут. Ой-ой-ой, я вам скажу. Какие красивые. На девочку. Ну, красненькая. Тоже красивые. Паша, эту мы шлейку заберем тоже домой. Да? Завернет, да?
Сейчас давай посмотрим. Я думаю, может, ему еще зелененькую вот сюда вот эту выкупить, к этой, нет? Не надо. Новую не надо, да? Пускай это будет, да? Ну, ладно. Видите, как мы экономим на нем? Экономим, да, Барнюшка? Экономим. Вот. Стоит-то, знаете, сколько такая? Вот это экономия. Считай, 45 евро. Вот это экономия. Вот, смотрите, я вам даже покажу, чтобы вы знали. Даже 47. Паша, даже 47 стоит. 47, 9. А? 48. Не, мне многие пишут, ох, вы на Барне экономите. Представляешь? Я говорю, вот экономия какая хорошая. А поводок не хочешь новый купить? Нет, не хочешь? Ну, у тебя погрызанный, смотри, он погрыз. Ничего, да? А там подшить можно. Ну, вот так вот экономим мы, видите, как. Кто сомневается. Да, тут все есть. Сейчас пойдем что-нибудь кушать выберем. Ой-ка и собака. Ой-ка и собака. Это же интересно. Ты какой. Но мы ему взяли то, что ему привычно. Ему и хорошо, и красивенько. Так зелененький, яркий такой. Собачку увидал, собачку. Так, что тут еще? Какие красивые для девочек. Если у кого девочка, смотрите, какая прелесть. Очень красиво. Барнюшка был бы девочкой, я ему такую купила бы. Какие красивые. Сколько стоят? Ой, 50 евро аж стоят. Ну, очень красивые. Очень красивые. Посмотрите, какие поводочки. Для мадамам. Мадамам. 50 евро стоят тоже. Смотрите. Качество, конечно, безупречное. Ничего не скажешь. Так, ну что, барнички, еще купить? Что ему, ребеночку, купить? Очень дорогие цены, конечно, здесь. Очень дорого. Ну, день рождения есть день рождения. Посмотрите, какой дождевичок. И стоит 50 евро. Так, тут там все мясное в холодильниках, мяско. Такое все. Колбаски, мяски, йогурты, творожки для собачек. Все-все здесь есть. Мяско всякое разное. Колбаска, мяско, цены вон все расписаны. Видите? Все есть. Витаминки разные всякие. Зубная паста или что это такое. В общем, все-все-все. Супчики разные, краутер, чтобы варить для желудка. Вот Барнюшке можно что-нибудь такое купить для его желудка. Сейчас мы посмотрим. Вот омега-3 для собачек. Стоит 15,95. Для кошечек, для собачек тоже. Угу. Все-все есть. Все есть. Травки всякие вот добавлять. Мяско, чтоб варить, супчики. Угу. Все подорожало уже, все дороже стало. Намного дороже. Крупы. Добавки всякие. Так, ну ладно, будем. Паш, ну что? Чё, мой хороший? Ой, какой ты красавчик у нас теперь, да. Так, теперь что? Пойдем это кушать ему, посмотрим. А? Тележку тогда надо. У него нету, у него все закончилось. Ему надо консервочки купить. Такой сухой корм-то есть, консервочки только надо. Ой, тю-тю-тю-тю. Ой, тю-тю-тю-тю. Ой, тю-тю-тю-тю. Так. Не, Найн. Пас. Ты не разрешай его на детей гавкать. Ты что? Какую ему брать? Я не знаю, понятия не имею. У нас, знаете, привередливый, разбалованный стал. Да? Привередливый, разбалованный. Какой это?
Вот этот посоветовали взять. Баночки, три баночки возьму пока. Попробую, потому что он у нас еще не все ест. Подождите. Митгефлюгель Трайса. Это тоже какой-то... Что-то как тонко. Тут, наверное. Так, возьмем пока вот это. Так, что еще? Все что-нибудь дала ему кушать, спросила, говорит, я, ну, какой взять? Вот этот, она тоже сказала это. Ну да, нужно, это да? С рисом. А я с рисом же взяла тоже гефлюгель. А это мит. А это что такое? Пансер. Пансер какой-то, не знаю. Подожди, подожди. Иди сюда, Паша. Складывай. Еще давай, по три баночки. Питание всякого разного много, но мы фрист на общую поедем, посмотрим там. Так, я ему чашечку еще хотела новую взять. Вот, вот, собачка встретился. Собачка встретился. Так, чашечку хотела новую взять. Советует тоже. Продавцы хорошие, прям советы такие дают. Такие чашечки хорошие. 10 евро стоит, представляете? Но у нас вот эти внизу, которые стоят, вот эти вот мы покупали. Видите, у нас кто-то спрашивал, они размеры разные. Разные размеры. Но у нас вот этот размер. Вот этот вот. Так, я бы хотела бы, наверное, какую-нибудь ему еще чашечку взять. Ох, дорогущие, ох, дорогущие. За 10. Ну, красивые такие, мне прям нравятся. Хорошие такие. Хорошие, красивые чашки. Мы хотим вот эту взять. А, что-то посоветовала, да? Вот эту чашечку мы берем, да? Решила вот эту. А есть еще с сиреневым красиво. Смотри, какие они все классные. Смотри, с сиреневым. 11 тоже. Мне кажется, вот это серенькая красивая. Вот это серенькая. Сердечко. Много чашек красивых. Или вот эти вот. Тоже хорошие. 13 стоит. Ну, в общем, много всего. А выбрать тяжело. Что-то. Что бы ты хотел. Такое. Не знаю, вот эту взяла, мне вот это нравится. Для водички и для кошек пойдет. Или вот эту все-таки. Начинается. С голубой. Или, ребят, вот это все-таки. Какая лучше ты? Даже не знаешь. Они, у них оттенки даже разные. Это зеленоватая какая-то такая. Смотрите, это более голубая. Мне кажется, что-то вот это вот как-то интереснее, чем вот это. Ну ладно, берем ту, значит. Вот эту берем. Так, еще, наверное, надо одну какую-нибудь взять.